рванулся из траншеи в бой. Встала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили. «Да беги!» Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. «Алексей! Алешенька! Сынок!» «Алексей! Алешенька! Сынок!» «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Дома ей все чудилось кино. Все ждала. Вот-вот, сейчас, в окно, посреди тревожной тишины, постучится сын ее с войны.